Hey, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Фрэнка, All TV, Гуя Буга, Forever, Гусанёк, Дэн, Crazy Phone. Пацаны, поздоровайтесь. Здорово. Привет. Всем привет. Ребята, как я обещал, сегодня у нас будет очень классный и веселый ролик, потому что будем убегать от невидимых Nexbot'ов. Смотрите, как мы это будем делать. Понь. Если опять кушайте, приятного аппетита. Погнали. Все, я делаю всех невидимых. Для начала мы поставили 13 бешеных балди с огроменной линейкой. Пацаны, вы готовы умирать? Рубрика, которую вы должны оценить лайкосиками и написать в комментариях, нравится вам или нет. Если нравится, то мы будем более глобально это записывать и веселее. Вообще никаких звуков нету. Ай, блин! Я немножко пугаюсь, потому что я не понимаю, где они. А, кстати, можно фонариком их реально подсвечивать или нет? Я пытался, не видно. А, мы же поставили на них невидимую краску, поэтому никак их видно не будет, даже если мы будем подсвечивать. Поэтому, ребята, это жесткий хардкор. Может, еще их поставить? Давай. Хотите еще? Да. Так, ребята, да. Мы сейчас будем ставить разных. Короче, толстый Халк, который зажрался. Гусанёк, это твой батя. Два раза подряд сунул. Ладно. Это ты. Так, все-таки давайте мы их будем делать невидимыми, это интереснее. Так. Ай! О, кстати, одного мы будем видеть по хвосту, который... Блин, я не могу в него попасть. Вот, кстати, видно, как один ходит. Прикольно, от него такой хвост остается. О, голяща я получил. Кстати, это, наверное, Халк меня убил. Так, я всех невидимых сделал? Кстати, я по звуку слышу, как он приближается. Нет, еще один Халк ходит. Да блин, я не могу просто выжить ни секунды. Ё-моё, не могу. Представляете, что делается? Так, надо постоянно бежать куда-то. Ой. Все, ребята, все невидимые. У некоторых Nexbot'ов есть хвосты. Ну так, чтобы хотя бы немножко было легче. На одну смерть меньше будет. Смотрите, как я долго держусь. Я просто молодцом держусь. А вот хвост. А, это он отсюда начал. Смотрите, вот приближается невидимый хвост. Видите? Ай, блин! Все понятно, их же... Как вы думаете, сколько штук я поставил? Штук 30. Да хорошо. Да не, да, штук 30 поставил. Не, 20. Это 20-22. Приблизительно так. Он рядышком. Я прям слышу его, как он ходит. Отвали от меня. Вот хвосты за мной идут. Давайте посмотрим, продержусь я 2 минуты или нет. Блин, в воду упал. Ну, ничего страшного. Может, в воде дольше продержусь? Кстати, мы не проверяли, могут они прыгать высоко или нет? Они могут прыгать. Они могут прыгать, это хорошо. О! Да, они могут прыгать. О, я знаю, как я поубегаю от них. Если я успею, я, конечно, это сделать. Ну что? Я на тачке буду, пацаны. Да, давайте, если хотите, давайте до тачки погоняем. Все равно мы все будем проигрывать. О, сейчас проверим, заработали они машину или нет. Ого, колеса! Колеса оторвали! Все, ребята, смотрите, я буду сейчас ехать и всех сбивать. Надеюсь, у меня получится. Ребята, это очень круто, когда ты убегаешь от невидимых Nexbot'ов. Это реально классно, потому что ты не понимаешь, где они находятся. Спереди, сзади, сбоку. В любой момент могут твою машину просто взять и разбить. Вот, смотрите, как машину кинули. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это подача была. Нереально жесткая. Да что они делают, я не могу приземлиться на землю. Давайте проверим, взорвут они мою машину или нет. Так, хорошо, я стою. Ой-ой-ой, подача за подачей. Нифига себе залетел. Так, ждем, еще получу подачу или нет. Вот это тебе фигануло. Все, ребята, смотрите, я могу в машине реально долго выживать. Ого, еще ударили кого-то. О, джипик возьмем. Вот это вы летаете. Лихо. Эй, не врезайся. Пацаны, кто-то тут колеса забыл. Ё-мо. Кстати, они с одного удара просто вылетают все 4 колеса. Это законно вообще? Сейчас мы всех удалим, и я сделаю армию целую, чтобы видеть, сколько их штук мы заспамним. Сразу скажу, у кого слабые компьютеры, я вам не завидую. Ребята, ставлю Халков чисто, потому что они самые классные. Ого, ты их там... Лагает? Не, нормально. Нет. Ребята, теперь мы их делаем невидимыми. Штук 50 есть, как вы думаете? Да.
Вот у кого медленная машина, не советую. Сейчас будет что-то неимоверное. Надеюсь, вы уже влепили лайкосик на этот ролик. Потому что мы стараемся. И будем сейчас страдать очень сильно. Все. Я включаю искусственный интеллект. Погнали. Прощайте. Это жестко. 50 невидимых нексботов. Это что-то с чем-то сейчас будет. Горисмо чуть не вылетел. О-о-о-о, машина улетела. Надеюсь, ребята, Горисмод в этом ролике не крашнется, потому что мы, как всегда, делаем что-то нереально мощное. Капец, летаю по карте. Это жесть, они просто убивают жестко. Давайте будем просто вот так постоянно бежать. Догонят они или нет? Ай, блин, я аж дернулся. Машины улетают. Да ё-моё, вообще возможно выжить хоть полминуты? Ну да. Вот, я бегу, смотрите. Засекаем время полминуты, выживу или нет? Ай. Давайте будем хаотично бегать. Хорошая подача. Но я полминуты не выжил. Да ё-моё, сколько они могут мочить меня? Все, концентрировался и тащим. Давайте будем рандомно бегать. Да не получается. Все, я сейчас выиграю. Вот сейчас я затащу. О, может в воде можно долго будет повыживать? Во, я в воде. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, красиво летит. Мне кажется, они очень мощно, да, пацаны, бьют эти халки? Не очень. Это самый сильный эксбот, который можно было поставить. Да я постоянно умираю, просто бесконечные смерти. Я выживаю на воде. Это хорошо. А, кстати, они под водой прыгают. А, во, я вот тут могу повыживать, смотрите. У меня белаз летает, блин, скорость. Вот так вот будем перепрыгивать с палки на палку. Может, таким образом не получается выжить. Просто никак. Да ё-моё. Так, да ну никак. О, давайте сделаем эксперимент, повоюем с невидимыми нексботами. Как вы думаете, получится? Нет. А, просто мы не будем знать, куда стрелять. А я возьму какое-то оружие, сейчас попробую с ними повоевать. Я знаю. О, я монетку возьму. Только мне кажется, никакого шанса у меня нету их выиграть. Ребята, кто еще в Горисмоде записывал битва с невидимыми нексботами? Надеюсь, эта рубрика вам зайдет, потому что мне нравятся такие выживалки. В любой момент ты просто умираешь и не понимаешь, от чего ты умираешь. Да ё-моё. О, так ты попал по кому-то, я видел. Ударился шар об что-то. А вы не помните, у Халка много было жизни, когда мы делали на них обзор? Ну, вроде нормально. Я думаю, что я так бегу, он за мной бежит. Да, он бежал за мной. О, убили! Первый Халк ушел, ребята! У нас получается! Да. А чем ты их убиваешь? Да. Монеточкой? Да, я очень... Я рандомно стреляю на дурачка, ребята! Невидимые враги, это жестко на самом деле! Не, можно их, в принципе, убить админским пистолетом, но это будет реально нечестно. Ой! Спасибо! Я не хотел! Так, пока мы с одного убили, но еще никого не можем другого убить. Я думаю, что тут по-любому кто-то бежит, и я его убью сейчас. Халки вообще разошлись, пацаны. Так, разгоняемся. Думаю, что по-любому кто-то сюда зашел, и я его убью сейчас. Только халки и мочат нас. Бесконечная битва. Блин, ну это нереально кого-то убить на самом-то деле. Есть у меня один шанс как-то поубивать? Вот, я убил. Убил еще одного, видели? Прямо за меня появляется. Это жесть. А ну давайте сейчас еще будем нащупывать. По-любому кто-то за мной. Вот еще. Еще. Молодец. Так, ребята, пока мы есть вот так вот, мы их замочим. Еще убил. Троих сразу. Спасибо, хорош. Еще одного. Еще, блин, классно. Конечно, админский пистолет рулит, но нащупать их еще, это очень сложно. Потому что приходится стрелять просто от фонаря. Ой-ой-ой, уго, сразу четверых убил. Еще. Он прям ко мне шел, ребята. О, давайте простреливать вот так проходы. По-любому я убью кого-то, потому что он придет по-любому ко мне.
Гусенек, ты с чего стреляешь? С монетки. Правильно. Спасибо. Вот это их уже валяется, куча трупов. А может мы всех убили? А ну давайте остановимся, стойте все, давайте проверим, мы умрем или нет. Кто сейчас умрет, тот лох. А ладно. Есть. Да ну случайно. Угадал. Так, все, их очень мало. Уже можно смело стоять, он не закасит никак. Все, мы всех убили. Точно? А ну давайте постоим, посмотрим. А. Пойдем, извини, ну, я понял. Все, я стою на месте. Кого он выберет, интересно даже. Похоже, мы последнего убили. А, да, все. Ты думаешь? Да, все. Нажма на дверь. Да не, все, уже всех. Да. Я знаю, как это можно проверить. Как? Это на всякий случай, пацаны. В смысле, нет? Да не, ну не вылетит. Все, точно все. Ребята, это было очень жестко и необычно, потому что когда невидимый враг, ты реально не знаешь, куда бежать, что делать, куда стрелять. Мне понравилось на самом-то деле. Просто в следующий раз мы, ребята, возьмем более интересную карту. Можем даже, кстати, знаете, какую взять карту? Лабиринт. Да. Вот это будет прям сильно. Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока.